Приветствую всех. Знаете, пожалуй, что самое мне интересно, когда я получу уровень и когда наконец-таки я хоть найду одно место силы. Что-то их здесь как-то не наблюдаю. Гнездо Гули, надо его уничтожить. А где Гули? Ладно. Ребят, привет. К вам в гости. Иди сюда. Ты с ручкой. Скоро нафиг все мечи себе поломаю. Ты чё царапаешься? Нормально. Ага, вот пошли появляться дальше. Где еще был? Где-то еще один был. Это что еще такое? Дезертир. Ну, и фигу с ним. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Да я как бы в курсе, что здесь гнездо гулей. Ага, нашел. А там что такое? Ага, кто-то уже хотел его уничтожить. Я смог. А, вот что здесь гули делают. Неплохо расположились, ребятки. Ядрить налево. Сколько здесь трупов-то? Надуреть можно. Что здесь за попоище было такое? Еще одно поле битвы. Жесть-то какая.
Вот там рявкают. Собаки. Серьезно. Привет. А, я тут даже помощь будет. Удивительно, рядом. Вот зараза. Ребят, что-то вы плохо помогаете. Очень плохо, я вам скажу честно. Я надеюсь, я сохранился хоть. Я сейчас это и проверим как раз таки. Как я, блин, сохранился? А, блин, как же YouTube лагает ты, ешкин ты матрешкин. Ну, игра, давай. Внимание, при слишком высоком уровне интоксикации будет терять очки здоровья. Ой, да ладно, не гони. Да. Ладно, пошли проверим насчет гулей гнезда одну вещь. Закончим с одним хотя бы. Сейчас юмора не просек. Да блин. Что-то где-то я не понимаю. Их было там что, пятеро что ли? Или просто я так плохо их стал убивать? У меня меч расступился, неудивительно. Да, кстати, надо сейчас гнездо получается уничтожить. Я хотя, может, уровень получу. Попроще будет. Вот нельзя сражаться. На карт может гасить огонь. В том числе врагов. Так, значит, горящих врагов я могу артом тушить. Это интересно. Ну, многие не любят ведьмаков. Это я знаю. От вашего выбора. Подчас зависит от отдельных персонажей. Так, ладно. Тогда так. Так, вот возьмем. Масло против гибридов. Не знаю, то ли я использую, не то. Ай, ладно. Я могу вообще все масла туда нанести? Что? Как посмотреть, какое масло здесь? А может здесь масло-то не наносится?
И что, нигде не показывается? Ладно, хрен ты с ним, непонятно ничего. Тихо. Ай-яй. Ай-я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 й. Вроде с ними закончили. Как их тут было-то вообще? Надо было хоть посчитать. 4 точно. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Так, гнездо гулей, да? Теперь мне интересно кое-что другое. Сохраняемся, медитируем часок. Никто не отреспился. А тогда пофигу. Мне опыт нужен. Отлично. Че, никто больше не вылезет? Хорошо, очки умений. Максимальный уровень здоровья. Обман. Так, ладно, а что мне вкачать-то себе? Вот в чем вопрос. Лучше атака нападения. Ой, каждое защитное действие приносит это то. Так, ладно, это у нас что? Восстановление здоровья после еды длится 20 минут. Наш все сказал, я же все. Это что, обман? Убираем. Не нужен. Да вы гоните, серьезно, 20 минут. Обалдеть. Нифига я тут еды могу экономить. Хо-хо-хо-хо. Да я практически бессмертен буду с таким перком-то. Ладно. 20 минут восстановления. Одуреть. Вот это вот скиллы.
это точно безумие просто какое-то. И че? Я еще не закончил даже. Так, надо потом подумать, какие бы мечи мне поразбирать. А хотя тут разбирать-то вряд ли есть что. Попродавать, да и нафиг. Обожаю поля битвы. Но, правда, уж больно дешевое у них вооружение. Серебряных мечей нету. Водичка, смотрю, есть. Нормально так. Как это называется? Забываю название от тех, кто любит грабить могилы и трупов. Падальщик, что ли? Да прям как падальщик. Олени бегают. Вот животинки хорошо. Меньше людей, им проще. Вроде здесь почти все дочистил. Сейчас еще у нас собачки нас там ждут. Не, ну вообще скилл халява, это жесть. Я просто сейчас сижу и одуреваю. Надо было, блин, его сразу брать. Кто ж знал, что тут такое есть безумие реальное. Реально, кроме как безумием, это никак не назову. Кстати, с чем мне с собаками голову себе парить-то? Может, стравить их на солдат, да и нафиг. Эй, ко мне! Шарики, тузики. Здорово, парни! Да что ты, дебил, тут встал? Прыгай, Герр, прыгай! Шавка гребаная. Что, эй, эй, вон там вас сзади. Спасибо, парни. Тут еще есть у нас. Так, ну чё? Эй, уруру. Чё уходишь от наказания-то? А точно, блин, собаки или гиены вообще какие-то? Не знаю, может, чем-то заражены, типа бешенством, что ли, больно очень мощное. Чего? Кто говорить здесь умеет? Только не говорите, что утопцы еще общаться умеют. Да, утопцы, походу, умеют общаться. Так, это я вообще куда приперся, позвольте узнать. Ага, это я на мосту. Нет, мне сюда не надо, мне вот сюда, пожалуйста. И этого мне пока не нужно. Так, еще одна собачка. Не, ну собака не с одного удара рубит, вообще молодцы.
Да уж. Многовато тут трупиков. У меня место-то хоть есть? Ага, скоро его вообще не будет, я так смотрю. Так, а что у меня там за местечко такое может быть? Интересно, тут есть гнездо оленей? Было бы довольно эпичненько. Гнездо гулей, гнездо оленей там. Единственное, что меня радует, с этим новым скиллом я могу довольно неплохо даже без еды обходиться. Вставайся! Ты ж ты стриптизера кусок. Чё это вообще за нудист такой? Смешно. Что у нас здесь, лагерь типа бандитов? Я бы сказал, лагерь одинокого бандита, составной болт. Это уже интереснее становится. Так, погоди-ка. Составной болт. Так, этих болтов у меня только 5 штук, да? Хотя ладно, пока обойдемся так. М. Сорок два, 52. Неплохие, конечно, мечи. Надо бы их попродавать нафиг себе. О, бронька какая. Так, а я на свою бронь могу тогда мощь Квена. Поставлю мощь Квена и. А, и мощь Квена. Фиг ты с ним. Так, 8, 11. Вообще шлак. 15, 15. Сравнивать еще. Ну, хотя курточка-то да. Неплохие. Да, я вижу, что у меня перегруз, походу. Так, стоп, а почему у меня такой дикий перегруз? Карту-то я могу посмотреть? Блин, это мне надо аж туда сейчас чесать, да? Это мне аж туда горцевать. Чисто теоретически можно как-то, может, и здесь что-то найти. Так, ладно. Давай посмотрим, что можно, короче, выбросить. 25 стоимость, да? Двадцать девять нафиг нужно. 39. 29, почти 2 кило весит. Так. Ну, освободились немножечко. Да это что бросил? На, ну, может, потом подберу. Возможно, но не факт. Так, стоп. Мне надо, наверное, вот сюда.
сюда сбегать. А, нет, сначала здесь зачистим, тут три рядом, потом уже по этим пойду. Так, может я указатель найду, да хоть в город тэпну, надо так хлам распродать будет. Чего-нибудь полезное куплю. Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Братва Кэс, Аркаван Эвели. Ладно, вопрос в другом. Почему здесь нет никаких маркеров нету? Стопэ. Ты повредился умом, человек? Я не человек, я ведьмак. Вот ж, блин. А здесь реально нет указателей. Варвары. Хреновенько как-то. Так, это куда я вообще, простите, сейчас бегу? Это вообще неизвестный град мне. Вроде ничего не исследовал, или что-то исследовал. Ладно, это не столь важно. Побежали к заданию. Здрасте. Привет. Да-да-да. Еще один идет. Что происходит? Ребята, там еще один утопец. Не, ничего так, никому не мешаю. Да-да-да, вот туда смотри, там еще один был. А, ты исчез, фу ты. Я думал, сейчас меня запинает нафиг. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. Я вот не забуду, что ты для нас сделал. Спасибо. У вас как-нибудь обозначение в вашей деревне, ребята, есть? У меня, чтобы ее хотя бы тип найти. Так, я могу вещи улучшить. Чего, простите? Приветствую. О, торгаш, здрасте. Так, ты у нас что тут? Всякую хрень смотришь, да? Не, ну тоже не вариант. А мусор я тебе смогу продать? А, не, мусор лучше тому продавать, да. Мусор лучше продавать тому чудику. Погоди-ка, а по поводу серебра и всего остального... Угу. У меня много мусора очень. Надо от него как-то избавляться.
Вероятно, из-за него как раз у меня и перевес пошел. Ладно, это мы потом посмотрим уже. Бывай. Думал, у меня карты хоть какие-то продаст. Облом. Ладно. И на том спасибо. Как говорится. Так, больше ничего интересного нету. Нету. Патлы у тебя как творог белый. А я бы творогу поел. Ой, поел бы. Предание. Я могу кусочек тебе отрезать, жуй на здоровье. Вронецы 10-й дорогой обходи. Патлы у тебя как творог белые. О, а вот я тут бы у них. Творогу поел. Ой, поел. Пчелиных ульев. Так, ладно, давайте-ка посмотрим. В целом, в общем, по этой дорожке пробежим. Может, эта деревня хоть как-то обозначается. Не может быть такого, чтобы она никак не обозначалась. Как-то не верю. Да здравствуй, да здравствуй. Плевать меня тянет от сегодняшней жратвы. Деревня никак не обозначается. Да выгоним. Да, по ходу дела реально никак не обозначается. Почему указателя нет? Корчмаря, пути опустевшее селение, уже не опустевшее. Ну ладно, давай вон туда сбегаем, уж посмотрим. Там немного осталось, по идее. Вам надо будет делать далекий путь, блин, по торговцам. Это где-то на час, наверное, реального времени, если не на два. И кто у нас здесь сегодня будет? Гнездо гулей, надо его уничтожить. Давай уничтожим. В чем проблема-то? Их тут два гнезда, ёлку. Привет. Опоздали. У нас еще. Ну иди сюда. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Загоришься или нет? Отлично. Ну иди сюда, иди сюда.
Лошары. Странно, я думал, здесь больше было. Ну ладно. Что-то мне кажется, что со временем здесь трупы почему-то вещи пропадают. Вызывает меня снова вот на сомнения. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Иди сюда, маленький мой. Застрял, да? Понимаю. Так, а мне нужен Игни сейчас. Так, ну вроде все в порядке пока что. Эй, выбирайся давай. Так, там у нас собаки, там у нас это. Что ж, друзья, буду, пожалуй, на этом серию сейчас заканчивать. Попрусь я, наверное, сейчас в город ближайший. Ну, без вариантов, потому что... Два гнезда мы зачистили. Надо отремонтировать мечи. Надо то сделать, третье, десятое. А давайте-ка вот сюда я сбегаю и посмотрю. Там хотя бы будет хоть какая-то метка. Какой-то просто звездец реально. Ну да, конечно. Ладно, с собаками пока связываться я не горю желанием. А вот им кажется глубоко на это пофигу, да? Да, здесь есть как раз. Ёб! Ни хрена себе здесь что есть. Это так просто не закончится. Ну ладно, друзья, это уже в следующей серии. Что-то для меня на данный момент это уже какой-то перебор. Ну, извините, жарковато довольно-таки, устаю сильно. Всем удачи!